Голкипер, и сегодня я вам покажу опять же 10 крафтов для Майнкрафта. И если вас это хоть чуточку заинтересовало, садитесь поудобнее, ну а мы начинаем. Итак, хотела рассказать, я только минуты 3 назад, наверное, первую часть нашу по крафтам поставил загрузку на мой канал. Сейчас это уже вторая часть. И сегодня у нас опять же наш верстак. Еще с первой части, с прошлой. Вот он. И сегодня у нас 10 новых крафтов, как всегда. Итак, первый крафт на сегодня. Это каменная лопата. Так, давайте возьмем сразу камень, чтобы потом не заморачиваться. Вернее, булыжник. Каменная лопата. Крафт. Сейчас я вам покажу. Итак, берем две палочки. Выставляем вот так. Вы можете где хотите. Можете вот тут. Можете вот тут. Но я в середине. Все-таки сделаю. Итак, ставим две палки. И на них мы ставим булыжник. И получаем нашу с вами каменную лопату. Так, сейчас я ее найду. Угу, вот она. Так, каменная лопата. Следующий крафт — каменная кирка. Итак, сейчас я вам покажу, как она крафтится, но прежде покажу крафт лопаты, а то я что-то путем не показал. Ушел. Вот крафт. Запоминайте. И вот наша лопата. Итак, следующий крафт, который у нас будет сейчас, это в нашем случае каменная кирка. Не ошибаюсь? Да, я не ошибаюсь. Итак, сейчас я вам покажу, каким образом она крафтится. Но для начала надо ее взять. Так. Чтобы подставить потом в рамку. Вот в эту конечную результат. Итак, расставляйте две палки вот таким вот образом. И три булыжника вот таким вот образом. И хотел еще показать один крафт, который я, можно сказать, забыл показывать. Так, теперь у нас 11. Так. Вот так. И вот так. У нас добавилось два крафта. И эти два крафта, знаете о чем? О верстаке и о печке. Вот. Так, берем с вами опять же нашу старую подружку Ураку. Вернее, нет, она не старая, она наоборот новая. Итак, сейчас я расставлю, и мы продолжим. Так, печка, 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 это где? Печка, это где? Так, печка, вот она. Печь. Мы расставляем с вами вот здесь, и мы к ней вернемся в самом конце. Так, лопату мы сделали, кирку мы сделали, и давайте я вам покажу крафт верстака. Это же самая важная вещь. Извините, что забыл показать. В прошлой вообще части я должен был это сделать, но забыл. Итак, верстак как крафтится. Сейчас мы вместо печки возьмем с вами любую древесину. Расставляем вот таким образом 4 штуки, и у нас получается с вами верстак. Так, вот. Вот.
нас получается наш верстак. Вот таким вот образом. Вот. Итак, следующий крафт, который у нас будет сейчас, это, если я не ошибаюсь, пойдут каменные. А это каменный топор, я вижу отсюда. Итак, ломаем стой курс с верстаком, потому что мы его уже сделали. Так, тут не палатки. Так, сейчас. И перейдем к следующему крафту. Так, следующий крафт у нас это каменный топор. Сейчас я вам покажу, как он крафтится. Итак, подходим к нашему верстаку. Берем наши, опять же, булыжники, почему я их постоянно забываю взять. Наши каменные пока идут. Так, расставляем, если я помню из прошлой части, вот таким вот образом, по-моему, вот так вот палки, и получается каменный топор. Да, ребят, именно так крафтится все это дело. И мы получаем каменный топор. Вот, запоминайте. Итак, следующий крафт, который у нас будет. Так, стойку мы с топором ломаем, потому что мы уже сделали. Стойку мы с топором ломаем. Следующий, вернее, не крафт, а материал. Это железный слиток. Он переплавляется в печке, но к печке мы перейдем чуть-чуть позже. И хотел показать, как выглядит вообще железная руда, если вы ее уже хотите встретить. Она добывается каменной киркой. Вот эта руда, вот, вот. Вот так вот она выглядит, вот с такими вот блоки. Давайте сядем на корточки и потихоньку ее обойдем. Вот так вот она выглядит. Вот. И я думаю, вы найдете, вы раскопаете, и надо будет переплавить в печке, но я покажу немножко чуть-чуть позже. И надо будет изменить тогда механизм верстака. Но потом я все починю, естественно, делаю как было. Итак, железный слиток мы пока пропускаем. И идем дальше. Железный меч. Крафтится. Нет. Стой. Давайте все-таки я вам продемонстрирую крафт печки, чтобы вы понимали, вот как это все выглядит и вот как это все крафтится. Сейчас я вам покажу, расскажу все и покажу. Итак, мы ломаем наш старый крафт, каменный топор. Берем 8 булыжников. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Почему? Раз, два, шесть, семь, восемь. Да, восемь. И мы получаем нашу печку. У печки все снутри выглядит. Сейчас я покажу, как. Надо будет немножко изменить наш верстак. Так. Ломаем здесь, 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 здесь и здесь. И остаются вот эти миленькие две рамки. Так, мы кладем сюда все, что можно поджечь, например, палки. И кладем сюда блок железной руды. Где он у нас? Он где-то в блоках. Так. Вместо чего нам его взять, рамку понадобится. Вот вместо печки. Так, вот. Наверх кладем железную руду. Сколько бы палок положили. И сколько железной руды. Ждете немного времени. И у вас появляются железные слитки. Вы их просто забираете потом. Итак, давайте сломаемся. Починим наш верстак и уже перейдем к следующим крафтам. Так, давайте наш верстак починим. Итак, следующий крафт, который у нас будет,
это у нас железный меч. Нам давайте мы стойку с печкой и стойку с железным слитком сломаем, потому что мы уже эти крафты сделали. И осталось у нас... О, чё крафт сломался? Это была каменная лопата. И нечаянно. Так, блин, у нас пошел дождь, надо убавить у нас звук. Пусть вообще пока будет без звука, чтобы вам не мешало это гудение дождя. Так, давайте, давайте какой-нибудь быстренький блок. Какой же блок? Ну, давайте изумрудный. Вот этот. Итак, давайте возьмем опять же рамку. Блин, а как же это интересно сломалось? Так, каменная лопата, мотыга. Чё-то я вообще запутался. Так, каменная... Ой, железная лопата. Ну, к ней мы вернемся чуть позже, а сейчас железный меч. Как он крафтится, я вам покажу сейчас. Вот. Я вам покажу сейчас. И давайте я вам потом покажу еще одну руду, которую можно сделать искусственно из древесины. И можно раздобыть. Вы, наверное, догадались, но я все-таки скажу. Это уголь. Итак, каменный меч крафтится вот таким вот образом. Мы расставляем внизу палку, а сверху два железных слитка и получаем наш меч. Итак, давайте я его возьму, поставлю в конечную рамочку. Вот, запоминайте крафт. Вот. Итак, мы ломаем и переходим к следующему крафту, который у нас сегодня. Надо ломать, опять же, не мечом, а чем-нибудь другим. Так, вот мы сломали. Переходим к следующему крафту. Но перед этим сломаем стойку. Итак, вот. Вот так, вот так. Вот так. Мы все сломали. Следующий крафт. Железная мотыга. Вот так вот она выглядит. И сейчас я покажу вам, как она крафтится. Итак, чтобы скрафтить нам нашу мотыгу, нам понадобится... Извините, секундочку. Нам понадобится два железных слитка и две палки. Расставляем палки вот таким вот образом. Ой, сейчас вместо палки чуть мотыгу не поставлю. Вот, вот таким вот образом. И мы получаем нашу каменную... Ой, железную мотыгу, извините я. Я все каменную говорю. Почему я все время говорю каменную? Так, вот таким вот образом крафтится наша каменная мотыга. Меня зовут еще раз Галкипер. Но на самом деле меня зовут Валера Новый. Зовите меня в комментариях Галкипер. Потому что я себе придумал. Ну, честно, так будет. Так, давайте. Я показал крафт, короче. Вы запомнили, надеюсь. Если не запомнили, то перемотайте назад и поставьте на паузу. Итак, следующий крафт у нас это... железная лопата. Ой, ты что, я все время топоки ломаю? Что вообще такое? Что происходит? Вот. Итак, каменная лопата наша. Ой, железная лопата. Почему я все время говорю, это каменная? Железная лопата крафтится. Каким образом? Я вам сейчас покажу. Итак, у нас осталось с вами, если не считая лопаты, 4 стойки. Ой, вернее, 3 даже, не считая лопаты. Вот так. Как? Итак, как крафтится камень... Ой, железная лопата. Вот таким вот образом она крафтится. Вот, и вы получаете вашу железную лопату. Вот,
запомнили крафт. И мы переходим к следующему крафту, а этот старый мы... Меня что-то это смущает. А этот старый мы, я хотел сказать, ломаем. Так, подождите. Извините, что я всякой фигней занимаюсь. Так, лопату мы с вами посмотрели. А, я блоки не сломал. То опять подумал, блок земли сломал. Вернее, ничего не подумал. Итак, мы немножко отвлеклись, переходим опять к делу. Каменная, железная кирка. Да что? Я постоянно говорю, почему-то каменная, когда железная. Итак, железная кирка. Вот каким образом она крафтится. Сейчас я вам покажу. Берете ваши палочки, расставляйте их вот таким вот образом и расставляйте три железных слитка вот таким вот образом и получаете вашу каменную кирку. Итак, вот, запомнили крафт, и мы переходим дальше. Итак, я немножко постою. Пим-пи-пим-пи-пим-пим. Чтоб вы запомнили крафт. Пим-пи-пим-пи-пим-пим-пим-пим. Все, запомнили? Я надеюсь. Я надеюсь, что да. Итак, переходим к следующему нашему крафту, который у нас будет сейчас. Ломаем вот эту вот стойку с киркой, с нашей. И я подбираю все инструменты, когда уже закончится дождь. Так, это у нас каменный топор. Вот так вот он выглядит. Почему-то он висит. Почему-то я опять сломал блок. Так, вот. Он у нас вот таким вот образом выглядит. А сейчас я вам покажу, как он крафтится. Итак, крафтится он вот таким вот образом. Берете ваши три железных слитка, расставляете вот таким вот образом, и палкой расставляете вот таким вот образом, и получаете ваш железный топор. Вот. Я немножко постою, чтобы вы запомнили крафт. Я, кстати, заметил, что топор слегка покачивается в руке у человека. Вот. Запомнили, я надеюсь? Надеюсь, что да. Что я вообще какую-то билиберду? Итак, переходим к следующему крафту, который у нас, наверное, последний. Или, может, предпоследний. Нет, он все-таки последний. Сейчас наш крафт будет. Вернее, не крафт, а уже вещь. Это золотой слиток. Он добывается железной киркой. И руду уголь, которую я хотел показать сегодня. В этом обзоре я покажу, пожалуй, уже в третьей части наших крафтов. И вот этот вот цикл видео не закончится, пока я не покажу все крафты Майнкрафта. Но я сам-то и все не знаю, но я буду смотреть в интернете, искать в каких-нибудь источниках. Итак, перейдем к делу. Золотой слиток. Как же он делается? Мы опять же наш верстачок превращаем в печку. Опять же превращаем в печку. Сейчас надо сломать несколько рамок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот мы сломали, и мы опять же кладем наши палочки. Сейчас я покажу, как выглядит руда. Итак, вот как сейчас я вам покажу.
вот так вот выглядит. И руда, блок руды сам выглядит вот так вот. Вот так вот. Давайте его обойдем. Ну, в принципе, он со всех сторон однообразен, но все-таки стоит его обойти со всех сторон. Вот он. И вот он сверху. Сейчас. И вот он какой сверху. Итак, чтобы нам его раздобыть, понадобится железная кирка. Вы его раздобили, кладете в печку руду. Немного ожидания, и вы получаете ваш, опять же, золотой слиток. И это был последний крафт на сегодня. Сейчас я сломаю последнюю стойку, починю верстак, и будем прощаться с вами. Так. Берем в руки рамки быстрее. В руки рамки. В руку рамку. Прям поговорка получилась. В руку рамку. Так. Вот тут ломаем. Вот тут. Все это ломаем. Надеюсь, вы запомнили. Я чиню верстак, и мы с вами прощаемся. Вот я починил. Сейчас я уже почти. И также, если вам понравился этот видеоролик, обязательно ставьте лайк тогда и подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами был Голкипер. Ставьте лайки еще раз, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока. До следующей части. Пока! Пока. Пока.